Куликова в микрорайоне Мостовая приехали медики из городской поликлиники номер 1 имени Кирова. Для жителей здесь организовали пункт выездной диспансеризации. Мостовая находится в отдаленном расстоянии от поликлиники, и местным не всегда удобно доехать до больницы. А здесь можно быстро пройти всех врачей и сдать анализы. У нас много пенсионеров, которые плохо ходят. Они могут сюда прийти, пройти диспансеризацию. Сегодня я уже прошла вес, рост. Кровь сдала. Сейчас буду проходить ЭКГ. Все нормально. Глазное давление. Молодцы. Спасибо большое врачам. Диспансеризация для жителей бесплатная. Пройти ее может любой желающий. У жителей измеряют рост, вес, внутриглазное давление, берут анализ крови на холестерин и глюкозу, делают ЭКГ. Также для граждан организовали прием врачей разного профиля. После прохождения диспансеризации специалисты дают рекомендации по профилактике хронических неинфекционных заболеваний и ведению здорового образа жизни. Те пациенты, которые придут сегодня к нам на выездную диспансеризацию, смогут посетить врача-терапевта, врача-кардиолога, врача-гинеколога. Также здесь на территории расположился мобильный флюорограф из противотуберкулезного диспансера. И ЭКГ, анализы крови, спирометрия, измерение функции внешнего дыхания, пульсоксиметрия, внутриглазное давление. Медики отмечают, что диспансеризация в наши дни необходима. Ведь болезнь, выявленная на ранних стадиях, лучше поддается лечению, чем ее запущенная форма. Кирилл Савосин, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.